В Ноябрьске определены 10 дворовых территорий, которые этим летом будут участвовать в программе по благоустройству дворовых территорий. Напомню, впервые программа стартовала год назад с подачи главы городской администрации. В 2012-м при совместном финансировании муниципалитета и собственников жилья в порядок привели 10 дворов на сумму порядка 100 миллионов рублей. В 2013-м и сумма, и количество дворов остаются прежними, причем горожане к 100 бюджетным миллионам добавляют около 2,5 и на общем собрании решают, как преобразить свой двор. Как правило, большинство выбирает обустройство детских площадок, оборудование дополнительных мест для стоянки автомобилей, асфальтирование проездов и дополнительное освещение. В итоге по результатам отбора субсидии получат 4 ТСЖ на благоустройство 14 многоквартирных домов и 2 управляющие организации на благоустройство 21 многоквартирного дома. Добавлю, еще несколько детских площадок летом будут обустроены за счет муниципалитета в рамках программы благоустройства. Игровые комплексы уже закуплены.